Ну что, народ, здорово всем. Середина января у нас. На дворе 13 число, завтра старый Новый год. Но зимой, как видите, не пахнет. Тот морозик, который был там градусов, наверное, 15 каких-то, да, выстрелил две ночи, опять отвалился. Опять у нас тепло, хорошо, градусов 6, наверное, тепла. Сегодня целый день шел дождик, вот видите, остатки снега оставшиеся. Я сейчас в Гродно еду, в Гродно вообще весна, градусов 8, наверное. И традиционно по пути заехал на Неман посмотреть, что тут делается. Просто ради интереса, ради общего развития какого-то. И вы знаете, ситуация довольно прикольная. То есть январь месяц, сейчас вам покажу так называемый зимний паводок, да, то есть насколько уровень воды поднялся и насколько все интереснее, чем было до этого. Смотрите, смотрите, какая классная штука творится. Вот так вот поднялась река, вон ребята ловят даже на остатках льда. Вон там, если можете наблюдать. А здесь у нас забереги, пооставали забереги, было видно морозик. Не поразмывало их, но его не чуть-чуть шуба. То есть вот так это выглядит. Ну и уровень воды, я вам скажу, поднят. Причем поднят так не слабо, на метра полтора, наверное, поднялась вода. И причем прикол ситуации заключается в том, что вода была поднялась еще до момента вот этого образования, вот этих вот закраин. Потому что закраины лежат, их не поотрывало. И в порядке таком достаточно жестком. То есть они прочные и по ходу, ну, пытаться уже ходить, наверное, по ним я не буду, но, судя по всему, то есть по ним можно, наверное, даже поступать, пошагать немножко было бы. Вот, то есть вся это дело образовалось, наверное, вот в последний этап мороз, именно по высокому уровню воды. То бишь уровень воды вырос при первом вот этом паводке, когда было плюс 13, плюс 14, было очень тепло. И уже после этого вода поднялась, снег смыло, и, соответственно, вот это все намерзло, когда дали морозы. То есть как-то вот так это выглядит. То есть, ну, прикольно, на улице тепло, хорошо. Не сказать, что январь. Красиво, очень красиво. То есть вот такой вот зимний январский паводок. Чувствуется, что скоро у нас уже весна. То есть мало времени совсем осталось до весны. Тут январь, даст бог, будет таким теплым, без морозов. Ну, февраль коротенький совсем, и уже в марте можно будет фидерить. Хотя, в принципе, ну, тут-то делать нечего, но, по сути, если были бы какие-то зимние локации рыбные, то, в принципе, можно уже, ну, уже ловить фидером и сейчас. То есть вообще без проблем. То есть какая-то вот такая картина у нас. Показал, поделился своими эмоциями, скажем так, показал, что здесь делается. Ну и продолжим наш маршрут, поедем домой дальше. Все, не забывайте подписываться, ставьте лайки, комментируйте. Увидимся на водоемах, увидимся на ютубе. Всем пока!